Если останешься, то кончишь, как твой жалкий отец. Как моя несчастная сестра. Я сотру фамилию Крофт в порошок. Втопчу ее в... Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Если кто бывает на наших стримах, то вы, скорее всего, понимаете, в какой день я это записываю. Ой, так что я прямо всем буду отрываться. Это, я так понимаю, последний эпизод по Blood Titles, то есть с кровяным узом. У нас просто осталось здесь несколько ненайденных артефактов, по-моему, 2 единицы и 5 документов. Как раз будем сейчас выискивать. Дополнительные реликвии. Дополнительные реликвии доступны в имении. Скорее всего, это и будет оно как раз само завещание, мне кажется, я так думаю. Так что давай, Лара, вперед. О. Лара, я получил нотариально заверенное показание, подтверждающее, что Амелия погребена в склепе, обнаруженном на территории поместья. Хотя я не могу понять, зачем твоему отцу понадобилось скрывать смерть твоей матери от ее собственной семьи, я не могу отрицать, что все мои правовые притязания на поместье утратили законную силу. Поместье Крофтов и остаток активов твоего отца теперь навсегда твои, и ты можешь свободно ими распоряжаться. Если тебе когда-либо понадобится помощь в управлении поместьем, надеюсь, ты рассмотришь возможность обратиться ко мне. С уважением, твой дядя. Ой, как запел-то, пиздина родня! Лара, у нас прямо с тобой одинаковые родственники, вот реально. Какая мерзкая скотина этот Атлас де Марне, вот серьезно. Я так была занята борьбой с дядей, старалась не дать ему протянуть свои грязные лапы к имению, что даже не отдавала себе отчет в том, как много это место на самом деле для меня значит. Но с самого приезда сюда я ощущаю присутствие мамы и папы. Чувствую историю своей семьи, глубокие корни, которыми мы связаны с этим домом. Я хочу почтить память родителей, память всех своих предков. Может быть, семья Крофт и уничтожена, но я намерена вернуть нашему имени, нашему дому, былую славу. То есть уничтожена. Лара... Послушай, как глава одной фамильной ветки говорит с главой другой. Наши родовые линии не уничтожены, пока мы живы. Лара жива, я жив. Значит, соответственно, моя родовая ветвь жива, пока жив я, и твоя, пока жива ты. Вот когда потохнем, тогда уже, и не будет наследников, тогда уже можно утверждать этот факт. А пока что все нормально. Не нужно хоронить все раньше времени. Так, чем займемся? Давайте сразу осматриваемся. У нас с вами 4 документа осталось. А, 4 реликвии осталось и 2 документа. Надо понять, где они у нас все затаились. Скорее всего... Где-то здесь, мне кажется. Не знаю, почему-то вот чуйка говорит, что здесь. Вроде все здесь... О, могу зажечь? Не могу. Прямо шумит. Я вот сейчас проверяю везде на наличие каких-нибудь зон и пустот. Где-то у нас было пропущено 4 реликвии. Я не знаю где, но где-то здесь были пропущены. Надо найти их. Если что, на фоне у меня чайник кипит просто. Так что не обращайте на него внимания. Чайник, он такой чайник, знаете ли. Ну, тут листки валяются. Но это опять же не то, наверное. Вот это не зажжешь. Это проход. Кстати, а куда вот этот проход ведет? Наверху я вроде все смотрел в прошлый раз, насколько я помню. Давай проверим, Лара.
А, не, зажить лучше. А, это я просто открывал, все точно. А, это что? Это как-то вот странно светит. А, это просто книжки. Кстати, интересно, а где здесь она сделала себе скалодром? Ну, это как бы еще молодая Лара, а взрослая. Вот интересно, где себе будет делать скалодром, мне любопытно. А он же, кстати, в библиотеке. Тоже как вариант. Не исключаю. Сэр Ланселотик. Отопительный сезон. Здесь... Почему у нее все камины забиты? В чем логика была, я не пойму. Так, сначала давайте займемся с этой... Вот здесь что только не валяется. О! Я еще помню, когда в последний раз из них стреляла. Ага. Не так давно. Пистолеты Лары. Кстати, если что, эти пистолеты ей дал сам Рот. Ну, по сути, она получила их в наследство. Так сказать, своеобразные. О! Сломанный меч, который я привезла с экспедиции на Яматай. Ой, не напоминай мне, это Яматай, та еще сразу была. А вот это из Сибири, а это я знаю. Настоящее произведение искусства. Софья настояла, чтобы я забрала его. Зачем? Это карта Китежа. Уж на чем, но на этом настаивать точно нельзя было. По одной простой причине. Софья — наследница Якова. Соответственно, предводительница всех местных. Соответственно, ей нужна эта карта, чтобы восстановить Китеж. Ну как ни крути, хотя бы. Да, конечно, с современным войскам она не сможет противостоять. Но хоть что-то сделать должна же, все-таки, как ни крути. И уж лучше бы, чтобы... Вот вообще не понимаю как-то. И все, что ли? Нет, что-то еще осталось. А-а-а. О, а это что такое у нас? Одна из масок народа Йоруба. Подарок папиного друга из Нигерии. Как я ее попустил? И, в общем, получается это все? Ну, получается, да. Слушай, как-то быстро. Сколько заняло... Минут 8, если уж округлять. Даже как-то реально быстренько. Давайте немножко музычку нажмем. Потом, наверное, отправимся в следующее дополнение сейчас же. То есть не буду я прерывать запись. Я сразу с вами отправимся в следующее дополнение. Так, где это у нас? Давай. Тем более авторское право нету, что меня радует. Знакомая музыка. Красивая. Угу. Извиняюсь, не могу не удержаться. Музыка прекрасна. Так, ну получается, мы все нашли, да? Там все заставлено. Я, знаете, на что надеюсь, что Shadow of Tomb Raider там будет... Куда? Развернуться, ну ладно. Коль все-таки она решила поддержать это направление, ладно, взглянем. Так вот, я надеюсь, что Shadow of Tomb Raider... Мы сделаем небольшой перерывчик, потом мы ее тоже будем записывать. То там мы тоже будем вот поместье кров в дополнении и уже полностью видоизмененным. Кстати, мне нравится, что здесь она ходит и не бегает. Хотя вот знаете, что самое забавное? Сейчас бегает. Знаете, что самое забавное, ребят? Я только сейчас понял.
Это место было запечатано. Так? Так. А кто поджигал каждый раз здесь факела? Да уж, чего только не бывает. Чего только не бывает. Ладно, давайте вернемся в главный холл. Для начала. То есть, получается, мы здесь все добыли, все достали, все нашли. Честно говоря, я ожидал чего-то большего. Ой, так, ладно, давайте тогда вот такую фотку сделаем для начала. А во-вторых... Так, о... Выйти в главное меню. Да, мы все нашли, здесь нет смысла сидеть. Погнали дальше. Итак, значит, смотрите, исследовать имение Крофт. Это мы прошли. Новые родственные узы, новая игра. Ну, по сути, нет смысла. Мы ее все-таки сделали. То есть имение Крофт мы полностью прошли. Мы все исследовали, все собрали. У нас осталось с вами только кошмар Лары. Дополнительные испытания в имении Крофт для любителей боевых действий. Сражаться в залах имения, собирать оружие, боеприпасы и остаться в живых. В принципе, будем считать, что дядюшка Драбанэй решил все-таки как-то атаковать. Сложность. Давайте просто посмотреть. Я не буду сходить за этого с ума, потому что я понимаю, что это, скорее всего, какая-то экспедиция, что-то вроде. Да, ну, кстати, да, эта экспедиция есть. Это просто подраздел карты. О, режим. Битва за очки. Кошмар Лары. То есть это конкретная сложность. Чисто выживание. Синица, искание приключений, выживание. Вот так вот. Ну или искание приключений давайте возьмем. Вот так вот. Что ж, продолжить. Чтобы зарабатывать кредиты, проходите испытания на каждом уровне. Есть свои испытания. Пулевые ранения. Убейте противников 10 выстрелов в голову из пистолетов. Во тьму. Убейте противников приемами добивания в ближнем бою. Составьте серию из 8 убийств. Шаровая молния. Убейте противников из дробовика. Не... понеся урона. И неуязвим. Пройдите уровень, не понеся урона. Ну, это, конечно, слишком имбовые. Но давайте попробуем. Чисто просто на пробу, чтобы, как говорится, эпизод не был пустым. Карты могут влиять на игровой процесс. Некоторые можно использовать как множество очков. Набор карт можно приобрести за кредит. О, здесь мы с вами сейчас с вами повеселимся. Кто помнит раннее прохождение этой игры... Вы помните, я открывал наборы карт. Стоимость продажи карты. Я не буду продавать. Описание. Так. У нас с вами есть разные. Так, давайте смотреть, что у нас есть. Адреналин. Скрытые убийства ненадолго делают вас бессмертными. Я не возражаю. Горючее. Игрок получает больше урона от огня. Закалка увеличивает скорость пассивного и активного исцеления, но значительно снижает наносимый урон. Нет, нет смысла. Первая помощь. Долой бинты. Нельзя использовать бинты. Пустые обоймы. В начале игры у вас нет боеприпасов. Нет, это глупо. Бесконечные обоймы. Мгновенный перезаряд. Давайте вот это возьмем, чтобы просто было реально весело. Блеск славы. Дробовик полностью улучшен. Все собранные патроны будут зажигательными. Если уж брать, так давайте по полной. Не возражаю. Бесконечная огненная стрела. Запас огненных стрел. А
азартный игрок. Да, стоп, ты же куда? Костюм первопроходца. Дает костюм первопроходца и все навыки охоты, рукопашного и выживания. Вот даже не знаю, какой сейчас взять. Тут даже есть набор Бабы-Яги. Беладонна. Реально, у нас есть разные, конечно, костюмы здесь. О, давайте опытный географ. Все-таки она у нас как бы была до этого, я не возражаю. Что еще возьмем? Ну, прокачанный лут, толку в этом ноль. Штурмовая винтовка. Пистолет-пулемет. Это пистолет-пулемет, манипуляционный, 1-2 уровня прицела. Дает базовый помповый дробовик. Бесконечный и так есть у нас. Пистолеты разных калибров. А, подождите, у нас нету оружия на руках. Бесконечный обой, мгновенная перезарядка. Быстрое исцеление. Это просто перезарядка. Подождите, это немножко не то. Ну да, было бы лишь очень легко, если бы это что-то было такое обычное. Просто чтобы уж не было нам так легко и скучно. Давайте тогда возьмем чисто пистолеты. Вот реально. Ну, хотя дробаш можно было бы взять. Но я думаю, нам его выдадут. Так. Да. Чего мне не дают спокойно взять? Бесит такой, конечно. Улучшенный с прицелом, крупнокалиберный яд. Лунная тень. Лунная тень, улучшенный тяжелый пистолет с глушительным прицелом. Вот давайте лунную тень возьмем. Лара, мне жаль, что ты меня вынудила. Но так тому и быть. Я никогда не позволю тебе снова поселиться в этом поместье. Если останешься, то кончишь, как твой жалкий отец. Как моя несчастная сестра. Я сотру фамилию Крофт в порошок. Втопчу ее в грязь. Предам забвению. Тебе уже ничего не изменить. Ну же, проснись, Лара. Это все не наяву. Это что еще за зомби-апокалипсис? Где еще? Что это за зомби-апокалипсис такой? Отлично. Так, это я забираю. О! Зараза, испытание провалено, шаровая молния. Да насрать на это испытание! Здесь какие-то... Чёрт, зараза. Оу, да зараза такая. А, с них можно что-то подбирать. Я не могу ничего подобрать. Вроде могу, а вроде не могу. Надо было дробаш брать сразу.
Давай! Ой-о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 й
дробаш брать, а не пистолет и все. Реально надо было дробаш брать. Кошмар какой-то. Как такое может быть? Подожди. Подожди, это все. Часть одного. А как выглядят эти черепа? Так, где? Я вас слышу, но не вижу. А ты чё вылезаешь оттуда? Давай, Крофт! Ой, сколько же здесь ключ, всего. Ключ, открывающий все двери. Давай, Лара. О, открыто, спасибо. Давай, зараза! О, нашел! Ай, зараза-то! Давай, есть живы! Ну и что? Твой гнев ничто по сравнению с моим. Ух ты, какая высокая лестница. Давай, стреляй. А, черт, мне стрелять-то нечего. О, есть. Я возьму. Спасибо, благодарю. Давай, Лара. Черт, мне нужны нормальные патроны. Благодарю, хоть что-то. Есть! Живы! Силу моей ненависти. Да, ненависти. В общем, мне нужно пробить 3 летающих черепа. А если я помираю, они скипываются? Вот сейчас давай проверим, кстати. Реально интересная теория. Скипываются. И мне надо искать, то есть они будут еще и в разных местах потом. Так, мне надо идти туда, значит, скорее всего. Универсального ключа у меня нету. Так, скорее всего, одна точно здесь где-то летает. Вот уверен на 100%. Это было бы очень логично. О, это я возьму. Отлично. Вот это уже мне больше нравится. Не подскажете, где... А, зараза-то какая, живучие-то какие. Так, скорее всего, один в галерее точно запрятался. Вот, вот уверен, 100%. Давай. Есть, универсальный ключ есть.
Пока. Ой, да сколько же вас здесь, парни? Я, кажется, взял для себя самое опасное выживание. Но зато какое интересное. Кошмар какой-то. Как такое может быть? Да не спрашивай. Твой дядюшка тот еще псих. Я тебе так скажу. Ключ. Мне нужен ключ. Так, идем искать. То есть все заперто, пока я не найду ключ. О. Вот за это спасибо. Вот за винтовку спасибо. Мне с ней проще будет. О. Ключ, открывающий все. Давай. Иди отдыхай. Так, куда мне сюда? Ищем головы. Да, чуй мой гнев, чуй мой гнев, чуй мой гнев. Мы пока еще живы. Но они идут за мной толпами. А дробаша у меня не так много. А ну отдыхай. Есть, живем, живем. Давай, Лара, не смей тут побирать, когда у тебя такой большой арсенал на руках. Давай, Лара. Не смей мне тут даже помирать. Давай, бегом! Есть, с одним разобрались. Бегом. Давай, открывай! Ай, зараза, выйду тут откуда? Вот прямо зомби-апокалипсис какой-то. Ой, у меня прямо все руки дрожат. Вот тебе и кошмар, Лары. Ну же, прости, Лара. Это все не наяву. Ключ. Мне нужен ключ. Ладно, мы знаем, где искать похожие... Так, отлично, за это спасибо. Все находится в шаговой доступности. Это я возьму. Давай, двигайся. Двигайся. Двигайся, Лара. Не смей мне тут помирать. О, привет! Так, с дядюшкой разобрались. Ты пробудишь мой гнев, дитя. Да мне насрать на твой гнев, сорок говоря.
Привет! О, привет! Пока! Хорошо. Очень скоро ты познаешь силу моей ненависти! Ну да. Ты бы мои бы силу бы знал бы. Так, это я тоже заберу. Пока! Давай, Лара! Вперед! Не смей тут помирать. Значит, скорее всего, в кабинете последний ключ. Мы сейчас прорвемся. Их много, но мы прорвемся. Отлично, разобрались. Так, он где-то здесь должен быть ключ. Давай, Крофт, вперед. Они не хотят, чтобы ты прошла. А нам надо пройти. Они не хотят, а нам надо. Где-то здесь находится. Он где-то здесь ключ. Он, скорее всего, так рядом, что ты просто не видишь его. А он есть. Давай. Ключ. Мне нужен ключ. А где мне его найти? Они сейчас толпами побегут ко мне. Так, закрыто. Ключ. Мне нужен ключ. Давай, есть. Где-то он должен быть здесь, вот рядом. Где-то должен быть здесь. Вот я априори вам говорю. Зараза такая! Давай. Есть. Прошли. Вперед. Прошли. Ой. Эй, нечестно! Отпусти, Лара. Нам надо... Отпусти! Нам двигаться надо. Вот. Винтовка другой вопрос. Вот уже получше будет. Не так много, конечно, но лучше, чем ничего. А, давай. Почти близко. Надо найти сразу ключ. Найти головы несложно. А вот... Ключ? Куда? Его засунули, непонятно. Кошмар какой-то. Как такое может быть? Ну, вот так вот бывает. Ну, вот так вот выходит. Идем сюда. О! Привет! Ты пробудишь мой гнев, дитя. Ну, и как и мой, ты ничего, проблем не испытываю. Ну, конечно, испытания реально интересные, не отрицаю, в этом что-то есть.
этом испытании реально что-то есть, что мне реально очень интересно. Надо найти ключ. Ключ, открывающий все двери. Давай. Да не лезь, не видишь, я тут собиратель. Так, все. Идемте за последними головами. Одна точно, скорее всего, вот здесь еще закрыта. Вот, говорю уже. Было слишком предсказуемо. Да какая ненависть, дядюшка? Отдыхай уже на пенсии. Ненависть ему подавай. Голову мне лучше свою дай. Вот она. Давай. Да не это! Дверь открывай! Ну и где это чучелоголовая? Есть! Сразишься со мной! Я жду тебя в большом зале! Если ждешь в большом жале, что... Испытание пройдет серию убийств. Хорошо, я иду в большой зал. Да. Ой, стражи уничтожат. Без стражи ничего не можешь, да? О, привет. Вы, так полагаю, стражи, да? О, вот это я возьму, пожалуйста. Так, это я возьму. Ага, вот это, наверное, надо ломать, да? О, привет! Пока. О, зараза. Реально тяжело. Надеюсь, сейчас хотя бы нам не, не надо будет с самого начала. Если сам, то я пас. Да, согласен. Выйдем лучше. Знаю, сливаюсь так быстро, но... Дичь полнейшая. Лучше возьмем что-нибудь помощнее, если никто не возражает. Хотя нам в любом случае, наверное, все очень понадобится. Хорошая, не спорю, дядюшка де Марней. Ну, как бы поместье формально наше, мы его забрали. Я думаю, этого хватит. Знаю, многие скажут, давай до конца. Ну, давайте посмотрим. Если вам реально этот вот этот формат зашел, вот эта вот битва, ребят, буду рад, если напишите об этом в комментариях и поддержите это лайком. Если вам реально интересно, я готов вот это проходить в формате стримов. Вот прям интересно ваше мнение. Пишите в комментарии. Ну, а на сегодня давайте на этом с вами закончим. С вами был Вескер, Лара Крофт. Дядюшка Дем... Атлас Демарный Демонович. Всем до скорых встреч, всем пока. Увидимся. Реально шуть.